Продолжаем. Вы знаете, второе отделение всегда гораздо более волнительное, чем первое. Ни за что не угадаете, почему. А потому что никогда не знаешь, все ли вернутся после антракта. Чертовски приятно убедиться, что вы всегда к нам возвращаетесь. Спасибо, что вы с нами. А наш вечер продолжает наш давнишний добрый друг Олег Кирсанов. Дверь. Публика ждет. Добрый вечер. Огненный. Оу. Ну, это был, наверное, салют в честь фестиваля. Всех с праздником, с фестивалем, с весной, с зеленью, которой в этом году очень много. Ну, начнем что-нибудь забойное. Песня нуждается в представлении. Юрий Аделунг. Мы с тобой давно уже не те, но я думаю, к присутствующим здесь это отношение никакого, конечно, не имеет. Споем все вместе. Мы с тобой давно уже не те, мы не живем делами грешными, спим в тепле, не верим темноте, а шпаги настика повешены. В нашей шхуне сделали кафе, на тумбу пушку исковеркали, растрачим порох фейерверками, на катафалк пошел обед. Мы с тобой давно уже не те, и нас опасности не балуют. Кэп попал в какой-то комитет, а по смыслу уже вышибалую. Нас с тобой не трогает роса, на парусах уж не разляжешься. Пухтит вертельщик разгулявшийся, на транспаранты паруса. Мы с тобой не те уже совсем, и все дороги нам заказаны. Спим в тепле на средней полосе, избранный город вечной базою. Знаю, нам не пережить зимы, аж мы словно пес на привязи. Кривая никуда не вывезет, но море ждет нас, черт возьми. Море ждет, а мы совсем не там. Такую жизнь пошлем мы к лешему. Боцман я, ты будешь капитан, нацепим шпаги потускневшие. Мы с тобой пойдем по кабакам, команду старую разыщем мы. А здесь мы просто лишние. Давай, командуй, капитан. Мы с тобой пойдем по кабакам, команду старую разыщем мы. А здесь мы просто лишние. Давай, командуй, капитан. Спасибо!